Всем привет, с вами Фрост, парниша и Илон Маск. Всем здравствуйте. Привет. И как давно я не произносил эти слова, потому что мы уезжали, мы вернулись. Если вы не знали, то как бы вы обосрались, да, то есть вы не подписаны на мой инстаграм, как бы это ваша проблема, так сказать. Не наша уж точно. Мы продолжаем выключение Илона Маска, мы с вами находимся на Венере. Тьфу, на Нибиру. Нибиру. Нибиру, которая хуже Венеры, пытается нас убить. Она заманилась со своими прекрасными садами. А на деле здесь глисты поганые пытаются проникнуть к нам в дом. И не только. В шахту пытаются пролезть к Александру, так сказать. Пробуриться, да и не только в мою. Ну, а я спать не ложусь, как бы, и вообще сплю в штанах, поэтому, как бы, я в безопасности. Я в броне сплю. Я полностью защищен. Вот, Нибир нас убивает, вы нам писали, спасибо вам большое, что писали. Вы нам писали что? Писали нам, что нужна броня из фиолетовых кристаллов, но я не ябу, что это такое, вот. Поэтому ничего я не понял. Кристаллы. Вот, у нас есть кристаллы, но какие из них фиолетовые? Они все, сука, фиолетовые. Большой зараженный кристаллизированный кристалл. What? Так. Зараженный кристаллизированный осколок. Я полагаю, это вообще с другой планеты. Муталическая кристальная кирка. Где взять эти кристаллы, один только хрен знает. Добрый вечер. Что добрый вечер? Да мы тут отдыхаем в джакузи. У нас тут типичная вечеринка в джакузи. Очень интересненько. Муталический кристалл делается из блока муталического кристалла. А где достать блок, вы не подскажете? Короче, ничего не понятно, нихера не понятно. Видимо, это выпадает из этой херработины, но ничего не понятно. Броня. Муталический кристальный нагрудник. Я пробовал в сингле, эта херня не помогает. Он синий. Нам писали про фиолетово, а фиолетового тут нету. Броня. Броня. Здесь нет фиолетового, есть фиолетовый, но это иллиниумовый нагрудник. Силюминиевый нагрудник, мать его, потому что он тоже не помогает, это же правило в сингле, он не помогает. Он не работает. Он говорит, я работать не буду, у меня отпуск, нихуя работать не буду. Вот я говорю, иди нахуй тогда. Так, вот. И что нам с этим делать вообще, как нам здесь выжить? Спать отсюда, я думаю. Я не знаю, как тут выживать, эта броня не помогает. Я не знаю, какая здесь руда даже есть. Если эта руда есть на Нибиру, то мы не можем ее выкопать, потому что она нас убьет. Логично? Логично, вот. Я тоже ну, так вот же, нас с первого раза наш. Возможно, мы типа попутали берега и типа фрейра попутали типа берег и приплыли не на ту сторону. Нам надо было на другую плыть. Возможно, есть такое предположение. Даже какую на такую другую? Ну, Нибиру же не единственная планета в этой Солнечной системе. У нас тут Лазендус есть. Нибиру, Халос и Дионом. Может, мы куда-то вообще не туда заехали? Есть еще Барнада. На Барнаде есть Барнада С. Я вообще хз, что это за херня, но Барнада С, она как бы есть. Возможно, там это комфортная террера, типа, все хорошо, комфортно, а там шашлычок, можно жарить баранов, разводить, наверное, я предполагаю. Возможно и нет. Возможно и нет. Но как копаться на Нибире, я вообще не представляю, потому что она тупо меня убивает. Что я еще хотел вам сказать? Я совсем давно мне говорил, что как бы вы можете купить Майнкрафт, если вдруг у вас нет Майнкрафта в моем прекрасном, самом классном магазине. Да. Саня, как обычно, любит топить телефоны на отдыхе. Да. Он-то решил топить свою сборку на Майнкрафт, поэтому пришлось ему еще одной обзавестись, как обычно. Но ссылочка в описании, это главное, короче, да. Вот. А еще нам сказали попробовать вылить целебную воду на зараженную землю, посмотреть, что будет. Давайте посмотрим, что будет. Ё-моё, чё? Ничего не будет, она просто течет по воде и смывает траву. Она стала мокрой, зараженной травой. Очень интересный эксперимент, мне понравилось, но повторять даже не. Давайте еще раз обольем. Вдруг будет другой эффект. Так, все, спасибо, все свободны. Так, значит, у вас там эксперименты. Рубрика эксперимента. Собственно, ничего не изменилось. Давайте попробуем взять зараженный. Я сейчас сдохну! Я умер. Отлично, у меня майн тут вылетел из-за ваших экспериментов. Кстати, вот это что такое? Ау, она мне... Опа! Стрелы ушел, называется нашел, я улетаю. Ферумитовый кристалл. Ладно, я накопаю, пока я могу жить. Я буду копать и умирать. Я буду копать и страдать. Вдруг из этого кристалла что-то можно сделать. Кристалл, да. Да хрен его знает, всего два. И я опять умер.
БМВГД, ее ЖЗ. Что я хотел сказать? Я хотел выжить, я пытаюсь улететь отсюда, но меня не пускает Нибиру, тварь. Тупо тварь. Отстань от меня, отпусти. Опути. Ну, просто зараженная вода течет, и все. И ничего не понятно. Вот. Инфей, из него делают тупо блоки, из него больше ничего не делается. Блок на ферунит, а нахуй мне не нужен. Зачем он мне вообще, зачем мне это счастье? Неизвестно. В общем, наша главная задача какая на сегодня? А, видимо, свалить с этой планеты, черты, потому что, ну, я не могу здесь выживать. У нас вот такой классный домик. Дом. Классный, но как такой, здесь жить? Как жить-то? Классно, как, я не как знаю. Жить? Жить, я выживать. Не понимаю, как выживать? Я даже не понимаю, что за фиолетовый кристалл? Может, инферунитовых все-таки кристаллов, но из них бронят не делается. У меня сундук заглючил, не открывается. Короче, не знаю, почитал я еще комментарии, пишут, что кристаллы фиолетовые, они находятся в другой галактике на Полуонисе. А, возможно, у меня мод не полностью работает, потому что у меня есть пересекающийся мод, и он убил планету. Возможно, такой вариант есть. Возможно, у нас вообще нету этих предметов, чтобы защититься. А, поэтому это очень печально. Смотрите, какие что факела красивые. У нас нет полонисов никаких. Факела? У нас есть вот этот ублюдок. Барнарда есть у нас. Короче, здесь жить нельзя. Здесь жизни нет для нас. Для нас здесь двери закрыты, поэтому нужно отсюда улетать. Из нее делается синяя броня. Синяя кристальная броня. Но она не защищает на Нибиру. Я проверял это в сингле. Она не работает. Поэтому нахер отсюда пора сваливать. Я думаю, просто берем и отсюда отчаливаем. Поедем на какую-нибудь другую классную планету. А вы напишите нам, если вдруг мы ошиблись и вдруг как-то мы что-то не так поняли. Мы с радостью вернемся и накажем эту чертову планету. Я почти так и сказал. Чертовы червяксы. Короче, расчехляем планету и улетаем нахер отсюда. Улетаем в космос. Кого расчехляем? Расчехляем свои ракеты. 5-го левела, да, у нас было? 6-го. Ракета пахнет малиной. Да. А это планета пахнет говнёй. А вот она, где в сундуке. Говной воняет! Говной от планеты тащит просто, пасёт. Невозможно тут находиться, надо отсюда сваливать. Сваливаем с этой чёртовой планетки. Если вы знаете, что за фиолетовый кристалл, распишите нам для дебилов поподробнее. Мы ничего не поняли. Либо у нас мод... сложно. Слишком сложно. Здесь нет ничего. Ну я объясню. Нет, ничего не работает. Мы пришли тут в кубики, в квадратики. Да, кубики, квадратики, там какие-то ракеты космические, что-то сложно слишком, вообще так, слишком. А где можем делать? Ягодки. Пойду покушаю ягодок. Юр, а где можно поставить площадку здесь? Ну, прям рядом стоит. Да почему-то ягоды... я сыт. Так, ты что-то уже Стасу что-то занял одну. Ну, дурачок, ты на проклятой земле что хочешь строить? Я хотел, вот, чтобы вот сюда строили. Налево, вот сюда? Вот, да. Ну, заровнять немножко только надо. Так, опа. Опа, топливный зигота. Загрузчик. Какая зигота? Где зигота? Застроились. Где-то там... Да какого хрена? Сам проводи себя туда. А, тут все есть. Да я у меня что-то вот, типа, рядышком. Тут все есть. Тут оно все есть, даже проще. Оп. Все, он раз и гад. Оп. Так, и это мы сейчас куда тогда будем отправлять? Только прилетели и снова улетаем. Ну а чё, здесь же, нам здесь не рады, значит мы отсюда сваливаем. Как. Да, здесь на невозможно. Хрен? Нам тут не рады, мы тоже им не рады, понимаешь? Если мне таки где-то не рады, я таки шлю их в задницу. Вот. Кислород кончился, а что ж ты сразу с ней сказал, Ярик? Колонизируем эту чертову планету. Мы вернемся, мы уходим, но обещаем вернуться. Вдоль мы обещаем вернуться. Да. Оу, да. Короче, все, улетаем в космос нахрен, заправляемся так, и сваливаем отсюда. Так, у меня полетим на какую-нибудь другую планету, которая более более приветливо будет к нам и вот. И улетим. А то что это Нибиру себе позволяет? Думаю, сейчас хочет напасть на Землю, ей все может. Я спижу, у нее грипп замшелый. Что произошло? Почему меня откинуло назад? Даже 3, и 4, и 5, и 6, и 7, да. и 8, и 9.
и 10. Ну, так, ну короче, что? Наши огромные бамбучи стоят и готовы к взлету. У меня чуть как они тема. Классные, короче, прям. Так, огромный такой у вас ракеты, просто жесть. Делаю селфи на фоне ракеты, можем улететь. У меня 2%. Вы ко мне не положили топливо, что ли? А ты что, сам себе не положил топливо, что ли? Ну, у меня одна канистра сейчас. Ну, здрасте. Сейчас тут 10% конь управляет. Так, подожди. А, я Стасу еще наводил топливо. Пфф, перепутал ракеты, ну ладно. Да, у меня есть топливо. А я тебе еще добавил. А можешь мне лучше добавить? Че тебе даже, ну, блядь, не давай стоплю, блядь. Блядь, Ярик. Ярик, блядь. Сбивай его луком. Сучу. Я сейчас Звездные войны тебе покажу. Вы уже машете мне руками. Я случайно нажал, хотел высадиться. Да, высадил, хотел. Рассказывай нам. Я горю! Вот горю! И летай. Ублюдок, мать твою. Так, ребятки, а куда высаживаться? А вот заднюю себе высаживай, бутылки, понял? Ублюдок. Неловко получилось. Ребята. Давайте еще одну докину. Присылаю сигнал из космоса. Куда лететь? Какой сигнал? Я тебе сейчас стрелу тут в жопу тут пошлю тебе с земли с этой. А из ты космоса, попробуй. Там сигнал. Нашим луком все нипочем. Нам без разницы вообще. Это было совпадение. Так, что, собственно, 81, пока сейчас ну будет погнали, отчет. Погнали, давай, погнали. Поехали. Улетаем. Так, а куда мы в итоге сейчас полетим-то? Да я не знаю. Если б я знал, я бы сказал, а я еще сам не знаю. Куда сейчас глаза? Долетим куда-нибудь. Летят. Понимаешь, строить программы, там, планы по покорению космоса, это все для дурачков. Мы просто берем и вылетаем. Понимаешь, мы начитались ванильных пабликов, там, типа, вот бы сесть в ракету, улететь, куда глаза глядят в закат. Вот мы так и сделали, короче. Там мгновенно так нас меня да. уже... Но я предлагаю полететь снова галактику Лазендус, только, например, на Халос или... Халос или Дион, что вам больше нравится? Комфортная Селена. Так, погоди, Лазендус, куда теплая дальше? Теплая Селена. Халос либо Диона. Давай по очереди, Халос. Нибир у нас не принял, давай Халос. На Халос. Так, Утона или поиской? Халос. Халос. Какой мяч? Слушай, заметил, а почему все так быстро прям и часы так начали? Так, типа... на хумус, ребят, ну вы чё? Да, ну какой хумус, блин? А ты откуда? Ух ты, Ярик появился прям рядом, ты посмотри, какой я. Я тебе говорю, тут прям мгновенно так это почему-то так стал. А как ты так планируешь? А, еще можем управлять еще чуть-чуть. Тихо, чего это? Это какое-то пустыня. Это пустыня, это твоя? Ну, слушай, выглядит вроде нормально. Все, отлично. А на сколько далеко лететь-то? Да прям соседняя планета. Так, здравствуйте, да вы вот не вас... будете нас убивать? Вы не хотите нас убивать? Здесь солнышко есть, вон там приземляется Ярик. А-а-а! Сука, задрал поджигать. Слушай, что это такие? Сырный утопленник, сырный утопленник. Опа! Ну вон, видишь, что моб глядит. Ща, подожди, а ты... Да что вот вас, прям нахер? Это шикарно, ё-моё, чё как красиво, вы охренели, что ли? Чё как взял, красиво? Взял, угандошил первого поселенца какого-то. Сразу совершил акт нападения, да. Акт агрессии, то что сразу же прям. Не успел уже приземлиться, уже агрессивно уже, да? Хрена их тут целая толпа этих... Ты че такой токсичный, блядь, нападаешь сразу на всех, а? Зелёный прям, а, ну потому что Снейк зелёный, значит токсичный, логично. Логично. Ты там уже начал копать. Вражескую конечно. Планету начал уже окопы Ирина. Копать. Так, сырные утопленники. А, нет, ни хрена, вы не безобидны, блин. Ну, они выпускают как какие-то сырные... Ё-моё, ты посмотри, какой Ярик. Да, ё, вы шо, ребят, я к вам с добрым помощью. Ну, вы шо, водичка есть. Здесь есть жидкость, и она восстанавливает здоровье. Ай, ну я тебе что сделал? На. С них сырные шарики, слизи какие-то падают. Это о, май, сырный удобно. Шарик слизи. О, будем здесь, короче, сыр жарить. Сыром вот. Срать будем. Да, это обязательно. Будем как масло в сыре, короче. А что такое? Сырный творог? Какой такой сырный творог? Короче, what? Это сырная планета. Это как луна, только сырная. Серьезно, сырная! Ну, судя по всему, да.
хрен ли так круто? Ну только сырные споры, да. Да, они там не охренели, да, там? Ну чё, они не охренели. Так, чё там охренели? Чё у вас тут как сырно-то, а? Чё, как круто-то? Так, сырные пещеры, это интересно. Ай-яй-яй. Сырные пещеры. Чё, где будем обустраиваться? Чё сейчас тут? О, ты посмотри, как много, они нападают на нас. Так вот я говорю нам они это. Они совершают акт нападения на нас. Ля, сырная земля. А чё это тут за вода интересно? Мы пришли за вашим сыром, мы будем его копать. Хочу жить на такой земле. Да хочу сыра твоего, да? А, сука, а! Они кончают с собой на свежем воздухе, сверху падают, разбиваются. Я, короче, эту сырную воду. Они прям охренели. Ты посмотри, они прибывают. Так, я для вас привез новые технологии. Под горой можно обустроить. А что это за сырная вода? Я не вижу за сухонёнкой, что она создаёт какой-то баф. Я не восстановление, регенерацию, наверное. Нет, красные пузыри. Там окончание на щение. Кажется, у меня кончились патроны, они меня убивают. Они что-то местные охренели. Надо сваливать отсюда. Ну, там что-то светится. А, это мой факел. Это же мой факел. Короче, уже стемнело. Кажется, сейчас тут будет немного попроблемнее выживать. Возможно, еще кто-нибудь придет. Сырный нужно обустроить. Я вот предлагаю, где? Короче, я вот нашел такое типа, классное место, типа, жить вот под горой. Ё-моё, это реально слизь сырная. Капец, как круто. Ну, ваш человек ко мне, чтобы поглядеть, где я хочу жить. Давай. Вот эти где уже сырные бичи уже, типа, эти здесь. Сырный блок слизи, камень, его, холостный булыжник. Коровы. Здесь есть сырные коровы, или это обычные сырные земные коровы. Блять, кто привез сюда наших коров? Кто вот этих бичей сюда принес, корова. Этих сырных утопленников? Ты будешь давать сырные стейки? Шлёп сырные. Да, они полетели. Так, надо дерево пойти пока. Сырная, сырая, реально сырная говядина, короче. Так это сырная сырные корова. Стейки. Сырные стейки, очень интересненько. Блин, обалденно. Короче, там было все отравленное, а тут все сырное. Я вас не вижу, вы где? Мы телепортировались на место, где это. Ой, а ночью здесь обычный классик, короче, появляется. Наши спайдерсы, наши зомбиксы и прочее обычные говно. Обычные самые. Да, сырное дерево. Сырная спора. Ты... Что тут значит у нас, да, ствол, сырой... Сырный спор. Сырный павук. Интересно. Интересно. Павучок старый, иди отсюда. Павучок, павук, павук, иди нахер. Ну хотя сырные доски, честно говоря, что-то они так себе, они такие очень уж темные. Надо было, мне кажется, типа, если они бы сырные. Желтые, да, ну такие прям кремовые какие-нибудь такие бы сделать. Кто, почему у вас тут не зачищенная местность? Гадов. Нужно законсервировать, у меня есть стекло, короче, давайте заделаем все стеклом. Печка готова. Может как-то это выровнять? Может другим стеклом? Надо застеклиться, наломаниться. Ты хотел сыра, но получи тебе в еблицу. Расчехляй теплицу. Чем закроемся? Давайте посмотрим. Я предлагаю немножечко это выровнять и законопать все это дело. Ну, какой-то потолок маленький, я привык к роскоши. Ну, ты знаешь, что просто типа, ну, пещерный такой, типа, сели, типа, мы живем под скалой, который нас вот защищает. Так. Че там за звуки? Так. Зомби, что ли, там? Семя сырной споры, а? Это видимо, семена деревьев. А, короче, ну давайте вот так вот застеклим, типа. Оп. Промазал, ёпта. А, и все остальное света. Застеклим, значит, у меня, кстати, ну, вот как есть... раз по дереву. Оп. Есть. А, стекло-то у меня есть. Оп. А выход у нас где пока будет?
Ладно. А вот там с краю есть, как раз здесь стекло не хватило, вот здесь вот. Я предлагаю вот здесь сделать выход. Три ряда зачем строить ночью? А почему нет-то? Вот это вообще норм тема, такая прям бамбуча. Уай, куда-то я упал. Прям красивишно получилось. И эти перестали хотя бы к нам залетать, нормально. Перестали залетать к нам в тусу. К нам прорастает сыр. Залетают в магазин, выпускают в магазин. Не для этого есть тысячи причин. Он готов. А факела предлагают. Сырная земля, ствол сырной споры. Есть тут сырные доски, сделаем из нее сырную дверь, ё-моё! Кто мне краситель подкинул? Блин, а это помните, как-то в Том и Джерри, типа, ё-моё, была серия, где, типа, этот... Ну, как и, типа, там, что-то все было сделано из сыра. Вот, и было бы здесь бы так бы, так же бы классно. Но здесь жалко, что чуть это... Да, было бы тема. Слушай, неплохо, неплохо. А это бан, а это бан. И бан вам. Вам бан. Оп. Подойдите и распишитесь. И вот, я тоже слышал бан. Но это не потому, что бан, а потому, что мы не могли разобраться с чертовой Нибиру. Поэтому это незаконный бан, я отменяю бан. Отменяем бан на сегодня. Поехали лучше в баню. Я хочу в баню. Но у нас всегда, блядь, заканчиваются... Будем париться 5 минут. Не работая какими-то посиделками. Мы приехали с отдыха. Хочу продолжение отдыха. Нахер эти ваши Майнкрафты. Берем с собой Майнкрафт и едем в баню. Нормально. Мне нравится. Я предлагаю сделать здесь шахту и посмотреть вообще, что есть в шахте. У нас шахту здесь будет более роскошной, чем смотрите, к нам в пещеру. Смотрите, сундуки из этих не делают. Это вранье. Я хотел сделать сундуки из разных материалов, они не делаются. Каких материалов? Ну, из разных, типа, из досок, кроме этих. Они достаточно дорогие материалы? Они не делаются. Блин, там сырная руда, туда-сюда всякая штука. Шикарная. Сука. Всю эстетику мне сломало. Раз эстетики больше нет, похер. Отлично, у меня сбой игры, вообще Java, вообще всего. Это как? Ё-моё, у меня аж разрешение поменялось с экрана, долбанный Майнкрафт. Майнкрафт какой-то. Так, что-то здесь руды нет вообще ни хрена, я вообще ничего не вижу. А, чё как дурак-то копаю, блин, киркой обычно. Я из-за уж забыл, что у меня есть нормальная пацанская кирка. О, ё-моё, короче, я нашел каньон огромный. Короче, Майнкрафт опять ушел в небытие. Ну, нравится ему так делать. Мы же не будем ему за это винить. Походу опять какая-то сырная руда. Ну, может и будем. Сырный творог, блядь. Сырный творог в стенах есть. Просто по всем статьям. Казнить нельзя помиловать. Короче. Кого помиловать? Майнкрафт. Это заражённый. Подожди, заражённый это не отсюда. Заражённый это нам... А, во, медная руда. Нахер нам она не нужна. А? Б. А, нет, у тебя просто дискорд тебя этот обрубил на полусловие, мне показалось, может, у тебя микрофон опять вырубился насмерть. Я пока просто нашел ущелье и здесь как раз осматриваюсь. Король, а, ткано, блядь, на сквозное. Обрадовался, так. Думал, подземное подземелье нашел. Ну, херец. Я на это, да, потому что одна. Он второй раз вылетает. Лавянная руда, это что за руда? Запускаю я Майнкрафт, удаляю я Майнкрафт. Опа! Деременю... руда! Из которой делается классная броня на 12 защиты, ёбана. Фига. Это классно, это надо добывать, это нужно выкапывать. Это нужно копать. И трава на ней растет. Здравствуйте, здравствуйте, до свидания. Очень было приятно. А что ты взорвался, дурачок, что ли? Дурачок, что ли? Сейчас посмотрим. О, нихера себе он рванул. Опа. Это что такое? Это что такое? Это что такое? Алюминиевая руда нахер нам не нужна. О, слушай, они так легко добываются, эти классные блоки для этой классной брони. Это же они? Давай, я... Здрасте! Здесь есть, короче, данжи. Данжи нашел. Данжи нашел. Есть. Но а они такие обычные данжи.
Но они самые простые. Да иди нахер, Вася! Толстый-то, блядь, чё ты такой толстый? Садись на диету, блядь. А, здесь... Вулканическая кирка! Ёпта! Классно. Остальное говно. Слушай, а сундук прикольный. Видимо, из сырных досок. Я все говно собрал. А сундук не делается, я же говорил. Ну, я вот нашел сундук. А, халостный древний сундук. Видимо, он не крафтится, он просто находится. Короче, сейчас притащу классный сундук. Руда сырная. Классный. Там и класс. Ну, слушай, зато его, кстати, тут достаточно много. Слушай, прям дохренище этой красной груды здесь. Да тут классно. Она просто выглядит классно. Здесь есть все, что нужно для выживания. И медь, алюминий. И даже сыр. И лава есть. Все есть. Ну, сыр вот это да. Все тут есть. Даже сырный творог есть. Опа, лазурит даже завезли. Нет, или что это? Деремсиумная руда. Зиптуримневая руда, что, бля? Ну, что за деремсиумневая руда? Вот она, по-моему, как раз нужна для... Зиптуримневая... Бля, чё у тебя? Деремсиумная руда. Деремсиумная руда. Короче, из нее делается зиптуримневый... Зиптуримневый слиток, а из него делается что вообще? Круто. Я нашел. Короче, ни хрена, непонятно, что из этого делается. Нужно, вдруг из этого делается броня там классная. А возможно, ни хера из нее не делается. Накопал 5 стаков и присел 1500 раз. На бутылку? Конечно. Ой, что там бомбануло такое? Слышали? Ну... Какой-то взрыв был. Бывает. Может, метеорит. Какой-то взрыв был, Санек, да. Кого-то там бомбануло. Это было все преднамечено специально, чтобы мне не копать, а крипер добыл бы меня. То есть ты его забайтил, да, его? Мне кажется, какие-то не особо ценные блоки, броня из нее не делается. Вот, то есть красных делается, но она так легко добывается, что-то прям подозрительно. Какая-то слишком щедрая планета, она прям отдает все свои недры за дар. Я тут 50 сыра, кстати, надыбал. Кого? Сыра. 50 грамм сыра, это мало. Да-да, я тут дисремниевые эти руды надобывал вообще изи. А, лава, не жри меня, не куни. Надо попробовать переплавить эту херню, что там ее прям так много. Будем опять жарить в печках без кислорода. И нашим печкам похер. Это печка Илона Маска, он специально разработал для жарения шаурмы в космосе. 63 блока, короче, я просто богат здесь уже, я надыбал кучу всего. Жарить шкуру без воздуха? Да. Без кислорода, точно. Это печка Илона Маска. Жарит шкуру без кислорода. Жарит именно без установки. Так, а где наш находится дом? Кто? Здесь он вообще день под... бывает, нет? Чё опять темно-то? Обалденно, кстати, да, день. Темно-то, чё опять? Чё, охренели там? Чё, охренели там? Чё так темно-то? Кто слизью заделал, блин, окна? Это охуенно, это перегородки. А, блин, я пытаюсь найти свой дом, а он оказывается прям под горой. Это перегородки, юрец! Я тут думаю, где это чертов дом? Так, будем жарить новую зиптонитовую, зиптуримневую руду. Посмотрим, что из нее можно сделать. А можно ли что-то из нее вообще сделать? То есть будешь жарить. Вопрос хороший. И хватит одного. А мне этих сейчас тоже пожарим. Возможно, и хватит одного. А может, и не хватит одного. Не знаю, это не точно. Это ты куда смотришь, окаянный? Короче, давайте попробуем что-нибудь из него сделать тогда. Например, штаны. Хера лысого, хера лысого. Только херы лысые из него делаются. А, так, наверное, сжимать же. Наверное, компрессор, наверное, делается. Компрессор нужен тогда. Оп. Кстати, сундук. Вот, классный сундук. Сундук, пока. Опа. А то так его хвалил. Я его не хвалил, я сказал, что он дерьмовый. Это, типа, обычный сундук, только у него насыщенность, короче... Насыщенность тут сбавили, вот я о том же говорил. Я не сказал, что он хороший, сказал, что он говно, но я он как бы необычный, а поэтому вам принесу его. Ну, Ваня, в принципе, ну, зато мы увидели что-то новое. Ну, конечно, говно, но... Говно и воняет до сундука. Да, вот просто... А ты не суди, да не судим будешь, так сказать, понимаешь? Осуждаю. А ты не осуждай. Да и не осужденным будешь. Да. Пиздец. Зипториумная
значит, да. Посмотришь, а вот ботиночки, может, с ним ботиночки можно сделать. Ну, давай, давай, показывай. Опа, опа, нихея, нет, ничего нельзя, сжатый зипто... Зипториум. Зип. Ничего из него не делать, из него делается только пластина, это заготовка грибаная, ничего из него нельзя делать, кроме блоков. Это недоработано, недоработочка произошла. На кой хрен я добываю это говно, если из него ни хера нельзя сделать? Нахер оно нам тогда не нужно? Отменяем заказ на переплавку. Фига тут, мажор. Уже просто пол начал делать. Ну так из говна всякого, потому что говно, говно бесполезно, оно нам нахер не нужно, будем полы им крыть. Ну не ходить же тогда по этому говну же, ну. Ну, красиво, у него вот красные нормальные, но они бесполезные. Бесполезные. А, похоже, знаешь, на барбариски, типа, знаешь. Да, кстати, да, ладно, я люблю барбариски всегда в детстве. Опа, дерьминю и боротинки, 7 защиты дают, ё-моё. Но носить я их не буду. Вот. Это, конечно, прикольно. Посмотрим, что у нас по сырной планете. Мы ничего не знаем про сырную планету. Будем рады, если вам напишите, что там по сырной планете, что там есть интересного. Или вообще по моду More Planets. Возможно, есть подозрение, что у нас полноценно не работает. Да, это интересная планета. Интересная. Планета интересная. Но вот интересности сюда забыли завести как таковых. Ну, либо, возможно, мы еще до них не дошли. Возможно. Но это, понимаешь, это такие дополнительные как бы планеты, но на них особо много чего интересного нет. Тебе нужно самому придумать ивенты какие-нибудь. Типа штурм зоны 51-го трудовика. Да, табуретки, вынос со склада. Вынос табуреток со склада трудовика. Вот, это интересно. Это уже... Ты что, бошку засунул сюда, тварь? Как сейчас модно говорить, быстро сделал кнопочку красную, сделал подписаться коричневой. Или примерно так говорят, короче, подписано, могу подписаться на Снейка. Парниша! Обязательно ставь лайк. 50 тысяч лайков в следующей серии выходит, вот, да. Обрук! Обрук! Ставь! Короче, если пропустил предыдущую серию Илона Маска, то ссылочки на плейлист находятся в описании. Как бы смотри, всякие ролики, знакомьтесь. Поддержал, посмотри, показал на этом. Все, всем зачистим. Пока-пока.